Хотелось бы призвать всех, кто сейчас слышит, кто наблюдает наши данные мероприятия, к здоровому образу жизни, к занятию спортом, к различным вот таким вот мероприятиям, как бы приходить, смотреть. Это все очень интересно, очень замечательно. Вести здоровый образ жизни в наше время очень модно. И как бы для молодых людей в первую очередь. Сейчас не модно употреблять наркотики, алкоголь, курить сигареты и так далее. Это все уже как бы пережитки прошлого.